Пожар на Молдаванке. В минувшие выходные пламенем охватило две квартиры в одноэтажном жилом доме на улице Степовой, 27. Огонь перекинулся на соседние дома. Жильцов эвакуировали. Обошлось без пострадавших. Спасатели работали по повышенному рангу опасности. Было установлено, что горит крыша и домашнее имущество на площади 50 метров квадратных. В тушении принимало участие 4 единицы спецтехники и 22 спасателя. В течение получаса пожар ликвидировали. Причина возгорания – короткое замыкание вследствие эксплуатации электрообогревателя.